Ну не жри пакет, нет. Пакет не надо брать. Так, и не помытый, но по жаре это было опасно. На самом деле, по спине, мне кажется, свежая шерсть отрастает. Отмоем, отчешем, мы видим. Джекусь, ты, надеюсь, не будешь с ним драться? У тебя тут кошмар в вольере, мне надо убрать. Собака бешеная, Джекенька. Джекенька, собака бешеная. Эй-эй-эй-эй-эй, мальчишки, мальчишки, мальчишки. Разойдитесь, да, разойдитесь. Иди играй, иди играй, иди, иди, молодец. Зачем ты к нему в вольер влетел? Не обязательно сразу выяснять отношения. Вообще нет никакой необходимости в этом, да. Джекусь, ну ты специально его дразнишь, заходя в вольер? Он так тебя игнорирует совершенно прилично. Да. Люксютенька. Господи, нет, ну... Ну что ты его пугаешь? Скажи, Гринч, да ну нахрен. От этого придурка бегает и смеется. Вот уже несколько чистых вольеров. И еще несколько, которых мне надо вымыть. Такара гуляла. Гуляла по траве, но в этот момент телефон был на зарядке, и я чистила вольеры. Ну вот, короткая. Там шерсть пробивается по спине у Гринча. Пока он срет, и никуда пойти не может. Господи, скажи, никакого покоя от этих баб нету. Джеки такой смешной. Смешной Джеки. Год назад я его в это время примерно и отчесывала. О, Господи. Чего ты его гоняешь? Джеки, 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 не надо. Джеки, не трогай Гринча. Не трогай Гринча. Молодец. Что такой это пахан? Старый облезлый пес. Гринч такой вообще, говорит, не понял этих ваших прогулок. Нормально ж гулял. Чё, говорит, бабы начали шуметь? Гринчуня! Лекси! Лекси, не обижай Гринча. Лезь! Лезь, я тебя буду запирать где-нибудь в темном подвале, пока остальные гуляют. Чтобы была тишина. Обожаю этого парня. Насколько он с расслабленным стал без девки. Эй-эй-эй-эй! Вредитель мстительный. Ты мстительный вредитель, да? Вон там дырка на хвосте. Это, смотрите, это железа. Распушил ее. Но драк тут сейчас нет. Есть как бы какая-то дележка, там шум, но на самом деле никаких драк нету. То есть уехала его жена. Я вообще этим убираюсь. Уехала его жена, и все. Уехала к хозяйке. И у меня сразу жить стало гораздо легче, потому что
Он не злобствует. Котик уехал, у него был только один враг котик. Котик все мужики с трудом как-то приняли. Вот. И у меня прям так спокойно стало. Иногда только Кнопа отжигает. Ну, Кнопа как-то так отжигает. Но она по-другому отжигает. Она, конечно, меня будет ночью регулярно, еще что-то. Но она травм только себе наносит. О, Господи, кто-то сейчас опять по железе своей гребет. Он любит получить клыком железу. И, короче, там тогда кровище, кровище, хотя царапина. Эй, все, 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 выходи отсюда. Все, все, харе. Да, Джекусь? Джеки? Джеки? Я все вижу, Джеки. Я все вижу, пинка дам, да. Молодец, собака страшная. Так, в общем, пошла я убираться, а то они сейчас заведутся и действительно начнут не только шуметь, но и ругаться. Сейчас я обеим харем. Все. Пока-пока. Всем пока. Я убираться.